В рамках проекта нашего телеканала «Эстафета добра» барнаульские музыканты организуют благотворительный концерт в поддержку погорельцев многодетной семьи из села Зудилово. Напомним, страшный пожар случился еще в июле. Тогда в одночасье без крова остались 11 человек. Сейчас они ютятся у друзей и знакомых. Есть возможность купить по минимальной цене лес для строительства нового дома, но денег на это нет. Именно поэтому барнаульские музыканты решили помочь. Концерт состоится 29 октября в 19:00 в селе Первомайское. Пару дней назад на телеканале «Катунь-24» я увидел сюжет о пострадавшей в пожаре многодетной семье из села Зудилово. Я не смог остаться равнодушным, и вместе со своими друзьями-музыкантами мы организовали благотворительный концерт в поддержку этой семьи. Подробности о ходе проекта «Эстафета добра» смотрите сегодня в вечернем эфире канала «Катунь-24».